Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет битва гильдии на моем основном аккаунте. И сегодня у нас будет шанс слива минимальный. Я хочу сегодня попробовать все-таки побегать с рунами корки на некоторых героях. Также плюс побегать с яростью небес, талантиком. Со станом посмотреть, что и как будет. Думаю, получится что-то интересное. Может и нет, может сольем все 5 попыток. Так, сейчас я соберу Анубиса только. Я на Анубисе недавно слил этот талантик, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Так, собираем вот так вот Анубиса нашего. Артефакты, медалька. Меняем арты. Вот так делаем. Так, первый есть. Ставим его сюда на клеточку. В принципе, там уже ничего по БГ не решается. Какое место? У нас все противники сильнее, чем мы. Так, есть. Первый готов. Дальше, дальше, дальше. Кто у нас еще был с приговором? Рину. Насколько я помню. Вот наш Рину. Сюда мы сейчас поищем тоже корку. Давайте пусть тоже будет в медальке. Ему мы поставим ангела. Так, есть. Два героя есть. Дальше. Бигфута, к сожалению, у меня нету. И хранителя мы тоже слили с приговором. Так, смотрим еще разок. Так, Рину мы поставили. Вот Некроса сейчас поменяем. Что у нас еще есть с приговором интересный? Душегуб, но душегуба смысла брать нету. Вольт, 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 вольт. Ну давайте вольта попробуем, почему бы и нет. Так, вольт. Ставим тоже ему корку, хоть и третью. Сейчас я поищу, что у меня вообще там есть по коркам. Так, это на Анубисе пятая. Так, подождите, ага, все. Значит, забираем с нашего Ануба. Так, есть. Давайте поставим сюда. Ставим вольта. Пусть будет такой вольт. Поставим его в кубок, чтобы дольше прожил. Питомцами ему поставим. Вот так вот сделаем. Так, есть. Второй герой собран. Дальше. Ворожея мы возьмем вот такого вот. Хочу потестировать сажовым ворожея. Так. Есть. Ворожей с ожогом готов. Дальше. Леди Лео. Используем, попробуем Бигфута вот такого. Тут будет у нас стан. Благодаря этому. Так, а сейчас по талантикам, точнее по рунам, мы что-то найдем тоже интересное для него. У нас есть, по-моему, еще одна корка.
Сегодня мы ее достали. Да, есть корка. Есть ярость небес. Возьмем корку. Так, 5 из сет корки. Еще один открыли. Так, этот собран. И ставим сюда Некроса. Вот такой вот сборки тоже ставим ему. Пятый сет корки. Ух, я чувствую, сейчас будет у нас сливов. Так, ставим вот так. Смотрим, что у нас получилось. Нормально, нормально. Анубисом будем танковать. Правда, насчет Вольта я не особо уверен. Можно было бы лучше, наверное, Фрейю поставить. Но... хочется вот так вот побегать по максимуму, потрешивать. Иногда надо это делать. Ну что, поехали. Так, все, ничего у меня там такого интересного больше не осталось. Корки больше нету. Тут только третий сетик, к сожалению. Так, окей. Ну все, поехали. Шанс слива минимальный. Так, смотрим. Вики. 379. Так, один тут, один тут. Тут никого. Ну, давайте начнем со светлых. Так, что тут у нас? Повелитель бури. Фрейя отсюда. Давайте отсюда тогда запускаем всех вместе. Ух, чую сейчас. Да, Вольта, как видите, сразу же сливают. Этого тоже сразу слили. Не канает. Вольта, значит, убираем. Толку от него никакого. Вместо Вольта поставим Повелителя бури. Только не такого, а вот такого. И поставим ему, давайте оживу. Вот так вот. Есть. Так, 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 так. Что там у нас на Вольте было? Так, понял. Поставим. Давайте ледышку поставим. Поехали дальше. Шанс слива минимальный. Заходик номер 2 через Фрейю. Давайте попробуем. Так, Бигфута уже слили. Как-то очень быстро. Ну, смотрите, как неплохо-неплохо получается. Станем мы Фрейю. Она практически в стане все время. Отлично. Очень отлично. Некроса нашего слили. Сейчас мы тут насливаемся. Ну, конечно, если бы я брал Фрейю, было бы, думаю, поинтересней. Но... хочется вот именно так трешивать. А вдруг? Давайте, 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 давайте. Добейте Фрейю. Жалко, Бигфут слился. Вот он подошел ближе. Так, надо поменьше спамить. Ну, смотрите, Фрейя практически бесполезна. Обезврежена. Не полностью, но сейчас, если мы поближе к ней дойдем, то у нас... возможно, будет шанс. Так, все. Шанса у нас нет. 53%, ребят. Отлично. Мне это нравится. Да. Но зато интересный вариант. Можно попробовать будет еще капитана Дрейка сюда взять. Возможно, мы возьмем сейчас капитана Дрейка вместо кого-то. Вместо кого, даже не знаю. Ну, окей. Окей, так, хорошо, 705. Даже на 53% я получил 705 очей. Так, побежали опять. Кого поменяем? В принципе-то и менять некого. Бигфута не хочется тоже убирать. Но, как видели, он слился первым. Ладно, поехали дальше. Сделаем топ-контент. Сделаем 5 сливов. Зато потестируем.
Так, есть. Так, как обычно у нас баги с наймом, так они этого и не починили, к сожалению. Ладно, пофиг. Побежали. Битва гильдий. Следующие у нас Тарксы. Смотрим, что у нас тут. Ну, тут у нас печально все. Ну, давайте начнем отсюда. Поехали. Думаю, тут мы с Некросом сейчас справимся без проблем. Вот смотрите, как станется отлично. Стан заморозка. Вот если герои будут кучно стоять, такой вариант довольно-таки неплохой будет. Конечно, у него герои свинократ, блядь. Ник просто огонь. Топчик. Че, я все равно набью минималку на БГ. И получу максимальные награды. Да, как-то обидно. Лучше бы я слил. Так, есть. Тарксы. Поехали сюда. Так, смотрим, что тут у нас. Тут у нас герои все раздельно. Ну, надо пробовать все равно через Фрея, потому что если мы ее сразу же не заблочим. Так, у нас посливали, окей. Надо юнитов побольше. Вот это проблема с юнитами, конечно. Ну ничего, сейчас попробуем. Перезаходик. Есть вариант сюда и взять ару, но как бы тоже поменяется состав, а так более-менее стана много и корка есть. Единственное, надо хорошо попасть на Фрею. Так, окей. Ну чё, поехали. Так, тут Афина в тотеме. Наша Варина, причем сразу слили. Как видите, моментально. Так, посливались. Окей, еще заходик. Если буду заходить не через Фрею. Так, вот они забежали. Вообще, повелитель бури моментально сливается, как видите. Так, ворожай дал отхил. Отлично. Бигфут слился. Делаем перезаход. Можно, конечно, было бы попробовать через верх, но, блин, тогда Фрея нас просто всех... Смотрите, как Бигфута моментально причем сливают. Да, конечно, Фрея тут ничего не скажешь. Это действительно охрененный герой. Так... Попробовать забежать со стороны тоже не вариант. Да пофиг, трешуем. Сколько будет сливов, неважно. Так, ну Фрея дамажит жестко. Ну и Фрея мы в принципе можем, если хорошо зайдет. Так, перезаходик. Видите, она тоже в принципе станется неплохо. Самое главное, конечно, чтобы выживали. Можно было и живо им натыкать. Не так, Бигфут вообще. Ну, как ни странно, Бигфут не жилец даже в такой сборке с каменкой. Против Фреи нет приема. Смотрите, просто сразу моментально и Гаси слился. Так, поехали еще. Отлично. Сразу минус 3. Может попробовать через Афину забежать. Не так. Так не вариант. Надо все-таки пробовать затащить Фрею. Тут, конечно, Ара бы неплохо помог, если бы они все били. Вообще жесть. Без защиты, когда героя таким... Так, Бигфут. Можно, конечно, ремочку Бигфуту поставить, чтобы он тоже морозил мой первый.
Ну, блин. 49% почти. Почти затащили. Так, ну еще разок. Ну, сливается. Тут, конечно, тут и Некрос бьет сюда, и усиление идет от хранителя сразу. Нет, такой вариант тоже нет. Жесть, да, 49%. Ну, ничего страшного, сольемся. Я как бы не на результат играю, я играю на тест в этой битве гильдии. Посмотреть, хорош, 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 хорошо пошли. Или будет у нас возможность затащить вообще, или не будет. Так, попали, блин, на тотем, обидно. Ворожай, давай, 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 отхил. Красавчики, все, у нас обратки нету, ребята. Сможем ли мы затащить Фрею? Вот это самый главный вопрос. Так, красавчики, Афину слили. Так, сейчас будет шанс слива. Стрелка мы как бы обезвредили вроде. Ворожай, давай, давай, давай. Ну все, до свидания, Фрея. Ёбнули мы Викину Фрею. Отлично, хранитель. Хранителя мы тоже поимели. Вот так вот, ребята, поимели мы Игорька. Игорек Викуся. Отлично. Ни о чем. Даже таким составом, нуба составом, просто... просто огонь. Мне нравится уже этот состав. Хоть он и сливной, но... унижает только так. Так, что там у нас на Виках? Еще одна девочка будет. Тут у нас еще стрелок. Надо сразу с ворожая танчить, чтобы ворожая убрать и отхил убрать. Поехали. Шанс слива минимальный. Отлично. Забурявили его в дырочку. Отлично просто. Просто огонь. Работаем, работаем дальше. Так, что вы там, кого вы там так долго бурявите? У меня уже спам кончается. Вот, молодцы, побежали дальше. Ну все, думаю, тут мы тоже. Сейчас мы воткнем буравчика ему. Да, тут ни о чем деф. С Игорем хоть повозились пару раз. Тут вообще печалька. Так, есть. Сколько у нас там? 3700, да? Кто у нас там еще остался? 370, 77, 62. Поехали к Тарксам. Так, что тут у нас? Стрелок, Фрея наверху, ворожай. Отлично. Побежали без спама. Сразу без спама нагибать бежим. Ну-ка, 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 покажите класс. Унисте. Вообще изи просто. Просто красавчики. Просто... просто ни о чем. Сила есть. Дальше вы сами уже придумаете. 4759 со сливом. Причем слив можно было избежать, но у нас просто топ-контент. У нас просто, ребята, тест. 4500, 4772, 4759. Я практически набил, как они все прошли. Ужас. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте обязательно лайки, делайте репостики. Я считаю, интересный состав, если он вам понравился, понравился такого рода битва гильдий с трешечком, я бы сказал. Пишите в комментах, будем еще пробовать другие составы. Пишите, какие составы вы хотите увидеть, вариантов очень много есть. Все, всем пока.